Гуральня, лесопарк с горишком, витаю та запрошую. За грибами вырвался или погребы, кому как легче и удобнее. Проехал вот уже от вышки, от вишенки. Сюда забрался подальше. И мои первые грибы, да, где-то я поглядывал, останавливался, смотрел. Но что-то они мне не нравятся. Извините, что-то здесь не то. На опята они не слишком похожи, возможно, ложные. Так красиво спрятаны, рисковать не буду. Скажите, посоветуете, так это или нет. Вот. Ну и хитрогать-то и нежелательно. Не нравятся мне они. А пока еще без грибочка. Якщо перший гриб будет, обовязково покажу и расскажу. Да, горишка, в любом случае удовольствие получаю. Ну, лес, воздух, любимые родные места. Это вообще просто сказка. После хоккея вчера, правда, там замерз. Поздно приехал, поздно лег, поздно опять ужинал. В общем, такое. И гурально радует. Тут я и на лыжах зимой, и летом иногда, вот как сейчас. Ну, грибы это с детства. Это родители прививали. Также мы ездили из Крыни опять, я помню, в сторону Якушниц. Ну и лесопарк тут собирают, есть грибы. Ладно, не будем тратить время, давайте вперед пожелать горишку найти съедобные грибы. Так, счастливо, пока.